Женщина-репортер брала интервью у местных жителей, когда услышала низкий собачий лай, она огляделась и, наконец, нашла эту бедную бездомную собаку в яме на небольшом склоне холма. Бездомная собака сидела на корточках в яме одна и отказывалась выходить. Женщине было непонятно, почему собака очень испугалась, когда увидела людей. У фотографа рядом с ней случайно оказалось немного еды в кармане его одежды, поэтому он дал женщине, чтоб вызволить собаку едой. Собака медленно вышла из пещеры, но очень была бдительна. В результате женщина не смогла удержаться от слез в тот момент, когда собака вышла. Все внимательно посмотрели на то, что было на шее собаки. Да, это была жестяная банка. Оказалось, что кто-то намеренно надел эту жестяную банку на шею собаки. Эта жестяная банка определенно долгое время висела на шее собаки. Жестяная банка крепко застряла на голове собаки, и по мере того, как собака продолжает расти, эта жестяная банка сдавливала голову все сильнее и сильнее. Женщина вовремя доставила собаку в местную организацию по спасению животных для лечения. Консервная банка также была снята с шеи собаки. Хотя внешний пес, вернувший себе свободу, ничего не выражал, его сердце должно быть очень благодарно женщине за ее спасительную милость. Несколько недель спустя огромная рана на шее собаки постепенно заживала. Женщина-репортер забрала собаку к себе домой, и собачка обрела дом, заботу и любовь. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.